Новый ивент. Сплоченность клана. Все перечисленные ивенты будут длиться до 11 мая. В период проведения ивентов число взносов клана увеличено с 3 до 5. При совершении во время ивента обычного, повышенного, щедрого взноса клана дается двойная награда. За обычный взнос можно получить дополнительно 300 единиц энергии Эйн-Хасад. Вы видите таблицу получаемых наград за взнос. Единство группы. В период проведения ивента число ежедневных входов в групповые подземелья, застава пиратов Кайт, тайное хранилище Небулита и храм печати увеличено в 2 раза. В период проведения ивента в групповом подземелье можно получить в 2 раза больше опыта и аден. Но столкнулся с проблемой, почему-то показывает одно прохождение данжа. В чате даже про масонов начинали говорить, про избранных судьбой, задвигали теорию про основу и твина. Я точно помню, что ходил до обновы еще утром прошлого дня. Но у меня почему-то только одна попытка прохождения данжа. Напишите в комментах, кто с такой проблемой столкнулся. В данжесе соло пойти можно получить до 1 миллиона адены и 400к опыта. Так как данжа 2, то x2 в день. Подарок от единства. Во время ивента каждый день 21.00 по почте будет отправляться подарок за единство. Награды будут выдаваться только в течение 3 часов, поэтому обязательно заберите их из почты вовремя. 500 штук энергии Эйн-Хасад, что очень важно. Мешочек с сияющими антикварными вещами 1 штука. Руда духов 100 штук. Это все ивенты на данный момент, что есть. Вот как всегда график ивентов. Подписывайся на канал, ставь подобайку, мне будет приятно. Всем ума в голову, до новых встреч.